Добрый день, с вами компания Авенгрупп, меня зовут Валерий. Сегодня вашему вниманию представляем фекально-дренажный насос белорусской торговой марки Green Pump. Насос VQD1515 полтора под аббревиатурой Валера. Значит, насос уже не новинка, уже достаточно насос известен. Его очень хорошо используют под бурение скважин. Это говорит о его качестве и надежности. Люди работают им по 2-3 года, то и больше, в зависимости от, ну, как они работают. Кто-то делает одну скважину в неделю, да, кто-то делает там и по 2-3 скважины в день. Но насос показал свою надежность. Значит, насос ВКД Валера, да, он улучшенная версия насосов ВКД компании Насосы Плюс. Значит, в чем пошли улучшения? Во-первых, значит, изменился кабель. Были жалобы на то, что кабель жесткий, кабель стал более мощный. И он водопогружной. Во-вторых, значит, производительность насоса плюс 380 литров в минуту, здесь 500 литров в минуту. Изменилась конструктивная особенность, здесь цельнометаллическая, да, часть, здесь часть разбирается и увеличивается выход. Здесь уже, если здесь выход дюйм с четвертью, то здесь 2 дюйма. Ну и удобнее при устройстве для работы. Конструктивная особенность рабочего колеса не изменилась, все так же. Закрытый тип колеса, позволяющий выдавать более мощь. Вот. Ну и насос стал легче. Сейчас он весит на 2-3 килограмма легче, то есть это где-то порядка 26-27 килограмм, здесь 23-23,5. Вот. В наличии, как всегда, у нас это рабочие колеса, торцевые уплотнения. Если перебился кабель, кабеля всегда в наличии. Вот, ну, на вашу оценку, на ваше рассмотрение. Вот, спасибо. Ну, на этом, наверное, все.